параллельно, она является так называемой смежной как бы, областью. Вот. Ну и поговорим о том, что это за оптический вентиль и что он все-таки перекрывает. Итак, лазеры, как известно, они сейчас уже прочно вошли в нашу повседневную жизнь, они абсолютно везде, они в DVD-приводах, они, там, мы когда играем с кошками, используем лазерную указку, и даже подходя к супермаркету, мы ждем, чтобы лазер отворил дверку автоматически. Вот, ну, какие-то одни из многих этих применений можно увидеть на этом слайде. Если говорить о лазерах с высокой средней мощностью, средней по времени мощностью, можно проследить такую тенденцию. Последние 10 лет здесь первенство, ну, безусловно, принадлежит лазерам Волокрона, однако во всех основных типах твердотельных и газовых лазеров наблюдается непрерывный рост мощности излучения. И все указывает на то, что эта тенденция будет только усиливаться, и эти мощности будут расти дальше. Но таким образом, увеличивая значит, ну, мощность доступного лазерного излучения. Тут есть некоторые проблемы с этим связаны, и они, все эти проблемы лежат в смежной области, о которой я, собственно, сейчас хочу рассказать. Проблема связана вот с чем. Если у нас есть генератор и усилитель. Генератор, в котором формируется ну, маломощный какой-то сигнал, нужный нам форму, после этого он следует значит, усилитель. А усилители, уже созданный на нимбус, усиливается там, иногда в миллионы раз. Значит, проблема заключается в том, что какие-то доли этого излучения могут отразиться от оптических элементов и попасть назад в генератор. Ну, если, как я сказал, уже мощность, циркулирующая в усилителе в миллион раз больше мощности в генераторе, то даже какие-то сотые доли процента попавшие назад в генератор могут привести ну, к самым печальным последствиям. Они могут привести к остановке там, технологической линии, в некоторых случаях аварийка может даже привести к ну, просто к угрожать безопасности персонала, который обслуживает данную установку. Вот с этой проблемой нужно и можно бороться. И чем выше мощность лазерного излучения, тем сложнее эту проблему решить. Что здесь существует, какие существуют подходы? Я заранее извиняюсь, лекция она такая очень ну, максимально широкую аудиторию ориентированная, поэтому я заранее извиняюсь перед теми, для кого эти истины, которые сейчас скажем, будут казаться прописными, но некоторые слова все равно надо сказать. Мы разберемся с тем, о чем мы сейчас будем говорить. Мы будем говорить о поляризационной изоляции излучения, о поляризационной развязке одних элементов оптических схем от других. Ну, для этого просто буквально несколько слов о том, что такое поляризация излучения электромагнитного. Ну, вот, значит, определение на данном слайде приведено. И три основных типа, три основных вида поляризации, которые нас будут интересовать, они представлены в данной такой анимации. Круговая поляризация, когда вектор ну, любого электрического магнитного поля, пускай электрического, описывает круг при распространении электромагнитной волны, при этом не изменяясь по модулю, по длине. Эллиптическая поляризация, когда происходит и то, и другое, то есть он меняется и по длине, и меняется по моду, и направлению. И линейная поляризация, в вынужденном случае эллиптическая, когда только меняется модуль, а направление остается в состоянии. Вот эти три основных типа, вот мы сейчас будем с ними смотреть. Значит, в случае линейной поляризации излучения может быть достигнута та самая поляризационная изоляция, когда мы берем специально оптическое устройство, фактически, которое называется поляризатор, оно пропускает только одно изменение поляризации, соответственно, с своими внутренними оптическими характеристиками. Вот если мы берем линейный поляризованный свет, как вот на данной картинке, и в него помещаем поляризатор, и начинаем его просто ориентировать по-другому, видим, что в какой-то момент, когда вот эта поляризация падающего излучения и ось поляризатора соос, там максимально яркая картина, когда они скрещены, но картина максимально темная. То есть фактически сквозь поляризатор, скрещенный с поляризацией падающего излучения, ничего не проходит. На этом, собственно, и построена вообще вся великая наука, магнитооптика, связанная с, вот, с поляризационными оптическими видениями. Вот на этом принципе, как я уже сказал, созданы два достаточно больших класса устройств, которые находятся в смежной к мощным лазерам в области лазерной физики. Это изоляторы Фарадея, которые относятся к классу магнитооптических вентилей.
значит, и принципиально отличающиеся от них ячейки Киарополиса, которые относятся к такому классу устройств, как электрооптический затвор. Ну и из названия понятно, что в первом случае у нас магнитное поле каким-то образом является критичным для работы устройства, в втором случае для нас принципиально наличие электрического поля. Но поговорим о магнитовой оптике сначала. И я сразу оговорюсь, мы будем в основном касаться как раз магнитовой оптики, потому что наука, связанная вот именно с изоляторами Фарадея, с магнитооптическими эффектами, она развита, да, очень хорошо, и здесь очень много всяких разных и интересных результатов достигнуто, в том числе и нашей группой в Институте прикладной физики. С электрооптическими затворами там ситуация несколько другая, как бы они были, появились, значит, приблизительно в одно и то же время, и сразу как бы электрооптические затворы были, практически сразу развились до своей, как бы, максимально возможных характеристик. Долгое время там ничего не происходило, такого принципиально каких-то прорывов не было. Я имею в виду последние там 20-30 лет. Там менялась сама машинерия, менялась сама инженерия этих электрооптических затворов. Но в принципе там такого ничего не происходило. Какие-то принципиально новые эффекты там пытаются получить вот в рамках работы, в том числе нашей научной группы. Некоторые вещи я скажу. Заранее говорю, что большая часть, конечно, будет про оптический вентиль, про изолятор Фарадея в том виде, как мы его знаем и любим. В основе этих магнитооптических вентилей лежит эффект Фарадея, который был впервые продемонстрирован великим английским ученым Альбом Фарадеем в 1845 году. Эффект этот заключался, как его увидел Фарадей, в том, что под воздействием магнитного поля в некоторых оптических средах, которые в это поле помещены, в случае, если мы на эту среду запускаем в эту среду линейное поляризованное излучение, на выходе наблюдается поворот плоскости поляризации. Спасибо огромное, как раз хотел попросить отлично. Теперь будет гораздо лучше видно. Наблюдается поворот плоскости поляризации этого излучения. Как свойственно многим великим ученым, великим особенно экспериментаторам, Фарадей на этом, по большому счету, и ограничился. Он продемонстрировал этот эффект, зафиксировал надежно, что этот эффект действительно существует, что там действительно есть связь между наличием магнитного поля и конкретным совершенно классом. И дальше двинулся по пути своего экспериментального гения. Не утруждая себя такими мелочами, как теоретическое обоснование, описание этого эффекта. Как в свое время с законом электромагнитной индукции он поступил, продемонстрировав его, предоставив теоретически с этим разбираться другим людям. Это падающее знамя подхватил Марсель Этьен Верден, это французский ученый, который был несколько моложе Майкла Фарадея. Несколько слов о нем необходимо сказать, это человек удивительной судьбы. По свидетельствам Марселя Этьен Верде, он по свидетельствам современников был совершенно гениальным именно преподавателем физики. Он очень хорошо и интересно, доступно мог в середине 19 века растолковать студентам. Физическая школа парижская. Николь-Политехник, что ли? Николь-Политехник, это вот как раз... Нормальная школа? Да. Леколь Нормаль. Да, спасибо большое, Василий Ильич. Леколь Нормаль студентам это все доступно и хорошо и понятно объяснить всю физическую науку. Но в середине 19 века это была совершенно тривиальная задача, потому что по подавляющему большинству тех простых хороших закономерностей, которые мы имеем сейчас для работы, они еще им предстояло быть открытым, сформулированным и как-то попасть в аналог. Марсель Верде, он помимо того, что был замечательным совершенно ученым, он как раз себя зарекомендовал в физической истории. Человек, который не открыл сам никаких каких великих физических открытий, ему не принадлежит. Но этот человек, он систематизировал и теоретически описал огромное количество экспериментальных результатов, которые до него экспериментальные титаны оставили в науке, не утруждая себя такими мелочами, как теоретическая систематизация. В частности, говорю даже, что на исходе жизни он, к сожалению, умер очень, очень рано. Незадолго перед смертью он там начинал что-то систематизировать, связанное с опытами Герца.
Но, к сожалению, об этом ничего такого достоверно сказать пока нельзя. Так вот, самое главное, что важно для нашей сегодняшней лекции, его перу принадлежит систематизация вот этого эффекта Фарадея. То есть он, систематизировав все эти экспериментальные результаты, полученные Майклом Фарадеем, он вывел такой вот поражающий взгляд своей эстетической простотой формулу, которая целиком полностью характеризует этот эффект. Она говорит о том, что угол поворота плоскости поляризации вот этого падающего линейного излучения прямо пропорционально величине магнитного поля, в котором эта среда находится, длине вот этого оптического элемента, который мы в дальнейшем будем называть магнитооптическим элементом по понятной причине. Ну и коэффициент пропорциональности, он заслуженно получил название имя этого лауреата французского ученого, постоянный Эверде. Ну, фактически коэффициент, который характеризует способность оптической среды к повороту плоскости поляризации линейного излучения, который нападает, будучи помещен в какой-то единичный магнитный поле, единичный напряженность. Вот в чем суть эффекта Фарадея. Значит, на этой, как я уже неоднократно сказал, на основе этого эффекта Фарадея создан магнитооптический вентиль, изолятор Фарадея, состоящий из вращателя Фарадея. Это магнитооптический элемент, помещенный в магнитное поле, которое сейчас, магнитное поле каким-то образом созданы. Причем длина этого магнитооптического элемента подобрана таким образом, что на данной длине волны излучение, плоскость поляризации излучения будет поворачиваться на 45 градусов. Да, надо еще отметить, что эффект этот, в отличие от эффекта оптической активности, например, он не взаимный. Это означает, что плоскость поляризации излучения, направление поворота плоскости поляризации излучения поля против часовой стрелки, оно раз и навсегда прибито к направлению магнитного поля внутри этого магнитооптического элемента. То есть, если у нас магнитное поле направлено вот так, то поле всегда будет поворачиваться, то плоскость поляризации излучения будет поворачиваться в одну и ту же сторону, вне зависимости от того, так у нас проходит излучение или в обратную сторону. В отличие от, повторюсь, от кварцевых вращателей, из кристаллического кварца, в которых есть просто их порожденная способность вот магнитооптической активности. Там эффект взаимный, а данный эффект не взаимный. Значит, этот вращатель помещается между двумя скрещенными поляризаторами, между двумя соосными поляризаторами, и здесь также присутствует полуволновая пластина, фазовая, которая осуществляет поворот плоскости поляризации тоже на 45 градусов. Она здесь присутствует, не является ключевым элементом для физики. Она, просто для удобства здесь введена, для того, чтобы поляризация до устройства и после устройства на прямом, на рабочем проходе, она была одна и та же. То есть здесь горизонтальная, допустим, поляризация направленная, горизонтального угла, здесь горизонтальная. Никакого поворота на 45 градусов, чтобы просто не было сложностей с дальнейшими оптическими элементами, дальнейшей схеме, чтобы было проще работать. Другими словами, чтобы установка устройства в схему не вносила никаких проблем в смысле настройки работы со схемой в дальнейшем, чтобы мы поставили, и он дальше начинает работать, изолирует, помогает, спасает, выручает, но проблем нам никаких не бывает. Итак, за это Фарадей, работающий следующим образом. На прямом проходе у нас, излучение проходит, поворачивается здесь на 45 градусов, потом еще раз на 45 градусов в половой пластине, и выходит здесь через соосный поляризатор, который также ориентирован, выходит практически без потерь. На обратном проходе вот эти маленькие блики вредоносные, которые, как я уже говорил, могут привести к большим проблемам, они просачиваются сюда, поворачиваются здесь на 45 градусов, но уже в другую сторону, потому что эффект не взаимный, в другую сторону относительно направления излучения, я имею в виду. А полуволновая пластина, она продолжает поворачиваться туда же, куда и в ту сторону. Поэтому у нас на этом направлении получается поворот на 90 градусов. И здесь этот поляризатор замечательным образом это излучение развязывает. Развязывает прямо физически в направлении в другой тракт излучения. Вот. Характеристикой такого устройства является степень изоляции, которая характеризуется такой формулой. Измеряется в децибелах. Десятичный логарифм единицы на гамма. Гамма – это деполяризация излучения. Она характеризуется отношением мощности излучения или интенсивности излучения, которое все-таки пролезет назад вот в этот канал, то есть попадет в наш генератор, как из той старой, старого слайда. А относительно отношения вот этой мощности или интенсивности к мощности или интенсивности излучения, которое в целом падает на устройство. Характерно для изолятора, когда мы говорим об изоляции, это значение степени изоляции 25-30 дБ. Это что означает? Это означает, что вот эта мощность, которая сюда все-таки попадет, она порядка
значит, 10 минус 3, 1 тысячная, что это 0,1% от упавших, то есть от, от вот этих вот изначальной интенсивности блика, который на излучение, на устройство падает. Значит, ну, это означает, что этот нам изолятор позволяет снизить эту интенсивность вот этого паразитного вредного излучения еще в 1000 раз, что, собственно, ну, является его основной функцией. Разделять таким образом и власть, в общем, что ты сейчас скажешь. Значит, про историю изоляторов Фарадея можно сказать то, что они появились, первые самые изоляторы Фарадея, появились практически сразу же после открытия лазера. Вот в 60-м году, значит, Мейман получил генерацию на кристалле рубина. В 61-м году первый газовый лазер гелиевый был получен. Первые статьи по изоляторам Фарадея датируются 64-м годом. То есть это, ну, это означает о том, что изолятор, то все, что я тут рассказывал о том, какие они нужны и важны, это совсем, в общем, не надумано. Но действительно, это было востребовано наукой физической, лазерной физической наукой, ну, практически сразу после того, как появился источник этого лазерного излучения. Но изначально, в самых первых статьях, изолятор выглядит следующим образом. Это магнитооптическая среда. А, я головы закрываю. Вот так. Ну, то есть магнитооптическая среда, постоянных магнитов на достаточной силы тогда еще не было и в помине, поэтому и делали фактически электромагнит, делали просто намотку, катушку, через которую пропускался ток, за счет чего оно получалось магнитное поле. Вот на данном слайде можно увидеть все то изобилие изоляторов Фарадея, которые существуют к настоящему времени. Их тут огромное количество. Это и широкоапертурный изолятор Фарадея диаметром в 3 см, с диаметром магнитооптического элемента в 3 см. Это солнцеводяным охлаждением, это изолятор Фарадея, который специально предназначен для работы в условиях высокого вакуума, криоген изолятор Фарадея, который я несколько слов обязательно скажу в конце. Ну и вот этот исторический изолятор Фарадея, который мы нашли у себя там на антресолях при очередной уборке. Ну, то есть это фактически музейный экспонат, очень тоже, ну, выглядящий весьма фундаментально, это толстый намотанный провод, это электромагниты, это подводящие провода толстые тоже, позволяющие пропускать большой ток, чтобы создать необходимое излучение. Ну, сейчас можете сравнить, вот на постоянных магнитах, значит, магнитные поля получаются ничуть не хуже, ничуть не меньше. Вот они в такие вот большие изоляторы Фарадея набираются. И, ну, и что является одним из важнейших преимуществ изоляторов Фарадея, нет никаких подводящих проводов, никаких мощных источников, значит, тока для того, чтобы создать магнитное поле. Просто поставил и стоит, пока не заржавеет, и в труху не развалится совсем. Значит, ну, ничего с ним делать. Очень хорошее такое стабильное устройство. Значит, в качестве магнитооптических элементов сейчас чаще всего используется магнитооптическое стекло, но это исторически сложилось. Ну и вот на смену порядка 15 лет назад пришел кристалл тербий-галлиевого граната. Кристалл, обладающий вот этой значительно большей постоянной ГРД, чем вот различные марки магнитооптических стекол. Во-первых. Во-вторых, он обладает еще лучшими термооптическими характеристиками. Почему это важно, я скажу несколько. Значит, ну, теперь вот время как раз вспомнить о тех самых электрооптических затворах, которые на время были как-то совершенно незаслуженно забыты. Тоже очень важный элемент лазерных схем, значит, который играет следующую роль, но работает следующим образом. Тут на самом деле все то же самое, о чем я говорил. Значит, принцип работает, и ячейки, он основан на эффекте Кеплера-Гödel'са, не на электрооптическом эффекте Кеплера-Гödel'са. Значит, суть этого эффекта заключается в том, что в некоторых электрооптических средах при подаче определенного напряжения на противоположные, значит, поверхности данной среды, в нем возникает вот эта вот, значит, наведенная гетеротропия, то есть вот способность к повороту, плоскости поляризации проходящих линейных плоскости линии, так все, виноват, к способности к повороту. Плоскости линейной поляризации проходящего излучения. Открытый эффект был совершенно независим друг от друга двумя, значит, английским ученым Джоном Кером и немецким ученым Фридрихом Гödel'сом, как достаточно часто бывает в науке, особенно экспериментальной, какие-то основные идеи, они, ну, как-то так питают в воздухе, да, как бы это странно ни звучало, и часто такое было, особенно в советское время, когда понятие железных занавес было совершенно явно и как бы буквально.
Многие физические открытия были одновременно сделаны и в Советском Союзе, и за океаном. Ну и, в общем, эти эффекты впоследствии тоже получили такое двойное название из двух фамилий. Ну, насчет некоторых эффектов до сих пор идет спор, там, кому первенство принадлежит, Советскому Союзу или американцам. Они у себя их называют одним эффектом с фамилией с американской, мы у себя называем другой фамилией, а сами прекрасно понимаем, о чем идет речь. Ну, вот такой определенный пиетет в физической науке тоже до сих пор сохраняется. Значит, характеризует вот эту силу эффекта Кера-Коккельса, значит, вот такая вот величина продольного напряжения, которая которая является комбинацией вот, параметров падающего излучения и параметров, значит, самого этой оптической среды. Здесь великого ученого Тим Марсель Верде не нашлось для того, чтобы этот эффект, он был несколько позже уже открыт, значит, для того, чтобы этот эффект систематизировать, такого ученого уже не было, поэтому постоянная, которая характеризует величину этого эффекта в конкретной среде, она называется скромник электрооптический коэффициент. Значит, чаще всего вот в ячейках Кера-Коккельса сейчас используется дейтерированный дигидрофосфат калия, это так называемый кристалл DKDP. Значит, и вот для него вот эта величина продольного напряжения, которую нужно приложить для того, чтобы... я даже не сказал, самое главное, принцип работы этой ячейки. В данном случае принцип заключается в том, что длина этой среды подобна таким образом, что поворот плоскости поляризации на одном проходе, поворот плоскости поляризации равен 90 градусам. То есть это просто затвор, который при подаче напряжения мгновенно начинает поворачивать на 90 градусов плоскость поляризации излучения, и это излучение вот этим поляризатором уже начинает развязываться. То есть когда мы подаем напряжение, у нас, значит, когда подаем напряжение, у нас этот затвор закрывается. Вот, значит, да, напряжение это порядка 7 киловольт. Вообще, говоря, не тривиальная достаточно задача до сих пор создать источники, которые способны подавать такое напряжение. И здесь основным параметром уже является не степень изоляции, а скорость сработки данного устройства. Внешний вид вот этих устройств можно увидеть на данном слайде. Такая вот ячейка внутри DKDP кристалл, подводящие провода, но здесь они, в отличие от изоляторов Фараде, где от проводов избавились, просто появились мощные магниты. Здесь, конечно, от электрических проводов никуда не денешься. Никуда не денешься, потому что эффект принципиально связан с электричеством. Принцип работы, то, о чем я говорил, вот здесь вот представлен хорошо. То есть вот этот нелинейно-оптический кристалл, который пытается напряжение. Значит, он закрыт, когда напряжения нет, когда мы даем напряжение, он открывается и позволяет высвечивать из резонатора лазера накопившуюся там энергию, например. Вот, и это очень часто как раз существует необходимость сделать это максимально быстро. Максимально быстро, в смысле открыть и закрыть. Вот то, с чего я начал, рост доступной мощности лазерного излучения приводит к следующей проблеме, связанной с магнитооптическим вентилем. Вернемся к изоляторам Фарадея, наличие которых, как мы с вами уже понимаем, наличие изолятора Фарадея для лазера иногда является критичным, просто для того, чтобы этот лазер выжил в условиях собственного излучения. Вот, наличие электрооптического коэффициента, оно имеет электрооптического затвора, имеет несколько другую цель. При помощи нее создается определенная характеристика лазерного излучения. В общем, возвращаемся к магнитооптическим затворам. Значит, ситуация с изолятором Фарадея именно для большой мощности, средней мощности лазерного излучения в настоящее время следующая. Значит, до 100 Вт существует достаточно большое количество производителей изоляторов Фарадея, и этот диапазон хорошо освоен. В общем, здесь можно найти на рынке коммерческие доступные изоляторы, это не проблема. До нескольких киловатт средней мощности лазерного излучения. Но тоже есть, по крайней мере, два производителя. Это Electro-Optics Technology, американская фирма, и Институт прикладной физики. На данном слайде, кстати, представлены как раз изоляторы Фарадея, которые работают до мощности нескольких киловатт. Однако дальше, не
на рынке предложений не будет вообще. В принципе, предложений никаких нет. Изоляторов Раде, которые способны обеспечить степень изоляции хотя бы 25 ЦБУ при таких мощностях на данном случае. Однако, как мы с вами видим, вот прямо выдержки из рекламных проспектов, все основные типы лазеров, которые существуют в настоящее время, это и IPG Photonics, которые делают волоконный лазер, мощность до 50 кВт. Уже сейчас доступно, можно купить, в магазине, что называется. Целый лазер газовый до 6 кВт. Вот. И твердотельный лазер тоже, представлены широко источники лазерного излучения мощностью несколько кВт, и, в общем, это продолжает развиваться. Это данные 2010 года. Сейчас я вас уверяю, это, по крайней мере, в два раза цифра уже увеличилась. В общем, потребность в изоляторах Фарадея на мощность больше, порядка 10 кВт, она есть, и она увеличивается с каждым годом. Значит, а в чем проблема, собственно? Почему этих изоляторов Фарадея нет? Давайте попробуем на секундочку разобраться. Дело в том, что мощный изолятор Фарадея, то есть изолятор Фарадея, работающий при большой мощности лазерного излучения, она характеризуется двумя характеристиками. Первая нам уже хорошо знакома. Степень изоляции, которая определяется все той же нам хорошо знакомой формулой, однако здесь претерпело изменение вот этой буквы гамма. Значит, деполяризация излучения в данном случае становится так называемой термонаведенной. То есть это связано с тем, что излучение начинает поглощаться, излучение большой мощности поглощается в магнитооптическом элементе, начинает в нем нагревать его неоднородно, и за счет чего в нем возникает внутреннее напряжение. Это приводит к тому, что возникает так называемый фотоэффект, возникает фотоугробий эффект, который проявляется в том, что вот эти внутренние напряжения воздействуют на состояние поляризации падающего излучения. Значит, второй параметр этого мощного изолятора Фарадея характеризуется так называемой тепловой линзой. Это связано с тем, что вот из-за этого неоднородного нагрева в изоляторе Фарадея появляется так, как будто он действует таким образом, как будто в нем появилась собирающая линза. Она немножечко не совсем та, что вот в очках или там где-то в телескопах, она имеет несколько более хитрый фазовый фронт, но тем не менее она приводит к тому, что излучение начинает схлопываться, сфокусироваться начинает пучок, что при больших мощностях излучения вообще плачевно может сказаться на качестве оптических элементов, на которых он попадет в этот фокус. Его пробьет просто этот оптический элемент, потому что у всех оптических элементов есть предел своей прочности, вот именно поверхностной, на плотность мощности падающего излучения. Значит, чем меньше диаметр, тем, соответственно, выше вероятность того, что у нас будет разбит просто оптический элемент. Это в худшем случае. А в лучшем случае, когда тепловая линза не столь сильная, но тем не менее присутствует, она просто влияет на транслирование пучка, что в случае длинных трактов большинства лазерных схем с большой мощностью тоже очень плохо, и я прогнозирую каким-то образом бороться. Значит, проиллюстрировать это можно следующим образом. Здесь у нас линейно поляризованное излучение, которое проходит через вот эти все оптические элементы. Значит, как вот в том самом первом слайде, на котором я рассказывал о принципе работы изоляторов Фарадея. А после этого магнитооптического элемента, который неоднородным образом нагрет, и в нем возникают эти внутренние напряжения, мы уже видим вот такую вот эллиптическую поляризацию. То есть что такое? У него возникает термонаведенная деполяризация. То есть вот компоненты деполяризации ортогональны изначально, вот это перпендикулярное изначальное управление, которая, эта деполяризация, связана, она термонаведенная, связана с теплом, с неоднородным нагревом. И очень умеет, если мы поставим поляризатор и посмотрим вот пространственное распределение вот этой компоненты деполяризованной, термонаведенной деполяризованной компоненты, мы увидим вот такую вот очень красивую картину, которая в литературе получила название «Мальтийский крест». В русскоязычной и Женева Уилл в англоязычной. Значит, вот такая картина нам однозначно действует о том, что у нас возникла сильная термонаведенная поляризация излучения. Собственно, что дальше происходит? А дальше происходит, чем у нас, то есть поскольку эта термонаведенная поляризация, она зависит от лазерной мощности. Чем выше мощность, тем выше деполяризация. А она у нас влияет, чем выше деполяризация, тем ниже степень изоляции. Вот, собственно, как только мы перещелкнули за 25 дБ, все, к сожалению, у нас уже это устройство перестает быть изолятором. Оно становится оптическим устройством, которое стоит в схеме, непонятно, зачем оно вообще. Значит, необходимо с этими двумя термонаведенными эффектами каким-то образом бороться для того, чтобы шагнуть вот в этот диапазон больших мощностей, вот то, о чем я говорил несколько раз. То есть вот это у нас проблема,
То есть вот то, что здесь у нас ничего нет, это связано именно с тем, что у нас возникают термоядерные эффекты, паразитные, которые нам диапазон продвинуться не дают. Ну, что, в общем, понятно, если было так легко, то давным-давно там уже все сидели производители. Значит, какие существуют здесь подходы к уменьшению термоядерных эффектов? Значит, подходы разнятся следующим образом. Значит, каким образом можно подходить к уменьшению этих термоядерных эффектов? Первое, можно уже существующие эффекты, которые возникают в нашей антарктической среде, просто брать и каким-то образом компенсировать. Вот здесь существует, значит, следующее решение, предложенное еще в 1999 году, которое сейчас достаточно, которое сейчас очень-очень широко используется в мощных изоляторах Фарадея, которые производятся в Институте природной физики. Идея очень элегантная, но-таки гениальность простая. Значит, вращатель, магнетоптический элемент, который поворачивается на 45 градусов, разбивается на два идентичные между собой. Это кажется, который поворачивается на 22,5 градуса. Между ними помещается вращатель поляризации взаимный из кристаллического кварца. И вот такая комбинация помещается внутрь магнитного поля. И оказывается, что если мы правильным образом построим кристалл один относительно другого, просто в перпендикулярной плоскости к линии пучка проходящего, окажется, что у нас будет возникнуть эффект компенсации термоядерной деполяризации. То есть деполяризация, возникающая таким образом, то есть вот с такой конфигурацией, деполяризация, возникающая во втором магнитооптическом элементе, уменьшает деполяризацию, возникшую в первом. То есть они как бы там навстречу друг другу. Но тут не хочется совсем уже в такие аналогии пускаться, чтобы совсем в антиналогию не залезть. Но вот будем так вот для понимания скажем, что компенсация в одном, что деполяризация в одном и другом магнитооптических элементах компенсирует другую. Вот. И здесь этот эффект он достаточно сильный, он позволяет, вообще говоря, создавать заряды Фарадея уже сейчас, ну, практически без каких-либо проблем. То есть вы вдумайтесь, вы берете вот какой-то оптический элемент, ничего больше не делая, вставляете его внутрь изолятора Фарадея и магическим образом получаете изолятор Фарадея, значит, когда до этого он мог работать там, на несколько сот ватт, он сразу у вас начинает получать работоспособность до нескольких киловатт. То есть до 2 киловатт вот своими руками на такой схеме я могу сказать, собираю, и прекрасно работает устройство, прекрасно, стабильно, значит, и обеспечивает необходимую степень изоляции. Но несколько киловатт, как мы уже с вами видели, это далеко уже предел, значит, лазеростроение мощности шагнуло далеко дальше, значит, нам на этом тоже останавливаться не следует. Значит, следующие подходы, связанные подходы к продвижению вот этих зарядов Фарадея в область больших мощностей, они связаны не с компенсацией уже существующих термоядерных эффектов, а они основываются на том, что мы эти эффекты прямо уменьшаем. То есть вот термоядерные эффекты, которые у нас могут возникнуть в нашей магнитооптической среде. Значит, и один из подходов – это так называемая термодифузионная сварка или surface activated bonding, как это называется в зарубежной литературе. Здесь принцип какой? Мы берем какую-то среду, которая не является магнитооптической, у нее очень низкая постоянная ГРД, зато у нее очень хорошая термоактические характеристики, высокая теплопроводность, другими словами. И каким-то образом приводим, значит, в контакт с оптической поверхностью нашего магнитооптического элемента. Ну, здесь вот можно видеть вот этот вот длинненький. Это магнитооптический элемент наш, который, ну, его хочешь, не хочешь, а несколько миллиметров его толщина белого, правда? Ну, порядка 9 миллиметров. Вот. А вот здесь маленький диск, который снаружи, значит, находится. Это вот тот самый теплоотводящий элемент. И отводим тепло уже не с боковых поверхностей, как это в подавляющем большинстве магнитооптических элементов существует. Правильно? Здесь же какая-то у него оправка, которая находится. Все тепло отводится вот так вот, через боковую поверхность. Что приводит к тому, что у нас перепад температуры между центром, то есть у нас возникает перепад температуры между центром и краем. А это вот как раз вызывает фотопробный эффект, термоядерную деполяризацию и все вот эти паразитные вещи, о которых я говорил. В том случае, если мы будем отводить тепло с оптической поверхности, у нас вот этот температурный перепад, градиент температурный, будут уже не поперечные, а продольные. А оказывается, что продольные
перепад температуры, он на состояние деполяризации проходящего излучения практически никак не влияет. То есть, если мы организуем хорошо теплоотвод с оптической поверхности нашего метаоптического элемента, мы таким образом значительно уменьшим термоядерный эффект, который у него возникает. Дело сама показала, всего ничего, нужно отвести тепло от оптической поверхности. А как это сделать, если у нас сквозь оптическую поверхность вообще-то еще идет и лазерное излучение, может быть, в несколько киловатт. Вот. Значит, здесь существует вот несколько подходов, связанных с тем, что мы берем теплоотвод, тоже оптическую среду, имеющую хорошую теплопроводность, то есть которая имеет возможность хорошо тепло отводить в нужном направлении, и приводим в тепловой контакт между собой. Здесь у нас есть еще другое требование. Мы не можем просто так сделать оптический контакт между двумя средами, мы не можем одно к другому приложить, потому что эти среды, зачастую они обладают разными характеристиками в смысле теплового расширения. И если мы ничего просто не сделаем, а просто приведем в контакт между собой, вот на контакте между этими разными средами возникнет напряжение, будет возникать уже не внутри среды из-за поперечного градиента температуры, а вот на этом контакте между магнитооптическим элементом и теплоотводящим оптическим элементом. Поэтому здесь нужно как-то действовать похитрее. Но здесь есть два решения. Surface Activated Bonding – это то, что продвигается на Западе. Есть вот такая фирма Onyx Optics, наша корпорация Соединенных Штатов Америки, значит, которая вот создает такие сэндвич структуры на технологии, значит, сварки активированных поверхностей. Значит, каким образом производится активация? В данном случае этот принцип показывает. Активация на самом деле делается разным образом, а может быть сделана химическим образом, то есть просто мы эту поверхность очень-очень хорошо промываем от фосфорной кислоты, например, удаляя все оксиды, все, значит, загрязнения, все, что у нас на поверхности может находиться. Ну и то, что садится непрерывно из атмосферы на этом, даже очень хорошо очищенной поверхности. Вот. В данном случае еще интереснее, еще более хай-течный подход. Он, значит, основан на том, что мы бомбардируем ионами, значит, это называется плазменная очистка поверхности. Мы бомбардируем ионами, значит, поверхность, ионы забивают вот эти вот загрязнения с поверхности, которые будут загрязнения, это оксиды, это, значит, нарушение кристаллической решетки оптического элемента, который неизбежно присутствует вот здесь вот около поверхности внутри, в объеме самой среды. Все это сбивается при ионной бомбардировке, и у нас получается очень хорошо зачищенные поверхности. Две хорошо зачищенные поверхности соединяются, определенным образом там сдавливаются там, в нужном режиме, и получается вот такой вот хороший контакт. Вот. В нашей группе в институте прикладной физики, значит, было развит другой подход, который называется термин диффузионной сварки. Он на самом деле, другой, наверное, это несколько громко говорит, но ионная бомбардировка там никакой не проводится, там производится, значит, первоначально делали химическую активацию поверхности, ортофосфорной кислотой, значит, хорошо-хорошо протирали эту поверхность, удаляя все загрязнения, после чего промывали со спиртом, но промывали со спиртом так, чтобы удалить всю эту фосфорную кислоту, оставили такой небольшой, очень тонкий слой, который между вот этими двумя сжатыми оптическими поверхностями потом там вот регулирует. Вот. И этот, значит, тонкий слой после этого помещался в муфельную печь и нагревался там определенным режимом. Сначала, например, 800 градусов держался там очень медленно, потом это остывало до комнатной температуры, потом до 1200 градусов порядка. Нагревался тоже достаточно долго и плавно, там держалось порядка 10-12 часов, значит, удерживалось перед температурой, потом начали положиться. Получался такой вот, значит, сварка. Значит, в этом случае этот тонкий слой это фосфорной кислоты, он играл как бы роль припоя, что ли, или в случае с то есть он фактически играл роль припоя, обеспечивая чистоту вот этого оптического контакта. Значит, при развитии технологии от этого вообще удалось отказаться. В настоящее время производится сварка, прям настоящая честная сварка оптических поверхностей при температуре, близкой к температуре вообще плавления этих кристаллов, ну, то есть обеих оптических сред. То есть там происходит прям частичное расплавление границы, взаимная термодиффузия, то есть прям проникновение под воздействием большой температуры в молекулы каждой среды. И, значит, это удивительный результат всех этих процедур заключается в том, что оптический контакт вот между этими средами никоим образом не страдает. Но если все сделано правильно, то вот этот контакт оптический, который между этими средами получился, он не вносит никаких искажений в проходящее излучение. То есть он может быть использован для излучения высокой средней мощности, там несколько киловатт, без опасения, что там возникнут какие-то паразитные блики, которые вообще будут бить в эту сторону, там, ну, в
другие оптические элементы, еще куда-то. Как-то могло бы быть в случае, если бы контакт у нас был разрушающий, вносил какие-то искажения в излучение. Нет, это не происходит, очень хорошо работает контакт и значительным образом создает эти системы. Ну и еще один способ, который может быть здесь описан в рамках нашей лекции, это уменьшение термоемких эффектов за счет прямого охлаждения изолятора Фарадея и магнитно-оптического элемента и магнитной системы. Значит, в чем здесь загвоздка? Значит, дело в том, что оказывается, что в подавляющее большинство оптических сред, в которых присутствует достаточно величины эффект Фарадея, то есть магнитооптические стекла и кристаллы термоядерного граната, они являются парамагнитными средами, и в них при охлаждении этот постоянный Вербле растет прямо как единица на температуру, обратно пропорциональной температуре. Вот. И причем растет она не только до жидкого азота, а растет вплоть до температур жидкого гелия, то есть увеличивается в какие-то совершенно запредельные количества раз. Ну, однако, это для нас в настоящее время является экзотикой, потому что работа с жидким гелием — это очень серьезная, очень тяжелая инженерная задача. Ну и за нее имеет смысл браться, когда уже нет других выходов совершенно, когда уже ничего не осталось, кроме как шагнуть туда. И мы, конечно, этим займемся, но, возможно, лет через 5-10, когда мы к этому подойдем, когда мы исчерпаем все, что нам доступно сейчас. Значит, ну, в любом случае, как мы с вами видим, если постоянный Вербле растет, значит, мы при той же магнитном поле можем для того, чтобы обеспечить поворот плоскости поляризации на 45 градусов, мы можем снижать прямой магнитно-оптического элемента. Подход этот, как оказывается, не новый совершенно, в смысле криогенного охлаждения. Ну, впервые он предложен в Соединенных Штатах Америки аж в 67 году. Однако тогда это было промотивировано совсем другой ситуацией. Тогда не было достаточно оптического качества магнитно-оптических элементов. То есть было необходимо укорачивать магнитно-оптический элемент просто для того, чтобы сквозь него пролезало лазерное излучение. Именно пролезало. В нашем случае там ни о каких термоядерных эффектах речи тогда, конечно, не шло. Вот. И после того, как появились хорошие оптические элементы, уже про этот подход был забыт незаслуженно. Вот. И к нему обратились мы уже в середине 2000-х как-то нулевых годов. К нему вернулись уже для того, чтобы избежать термоядерных эффектов. Кроме того, оказывается, что при охлаждении происходит снижение термоядерной поляризации самой по себе, происходит ослабление тепловой линзы, о которой я говорю, ну и в некоторых средах, случаях оказывается еще и теплопроводность растет в некоторых средах, что совсем замечательно для нашей ситуации. Ну, в общем, кругом хорошо, криогенное охлаждение очень полезно, оно многообещающее. Вот. И это означает, что можно браться за непростую, нетривиальную инженерную задачу. Имеет смысл браться за эту инженерную задачу, потому что понятно, что криогенное охлаждение, мы не можем просто взять и залить жидким азотом наш изолятор Фарадея, там несколько все похитрений. Я несколько слов скажу, наверное, в завершении лекции, у меня как раз на это останется время. Значит, тут неожиданно вспоминаем про то, что у нас вообще, говоря, еще есть электрооптические затворы. И тут появляется у нас пытливая мысль, а что будет, если мы еще и наши ячейки Поклеса возьмем и охладим? А оказывается, замечательный такой момент, что и здесь тоже криогеника позволяет нам облегчить жизнь. Каким образом? Действует таким образом, что снижается вот это вот продольное напряжение, которое необходимо прикладывать к электрооптическому кристаллу для того, чтобы в нем возникло вот это вращение 90 градусов, чтобы открылся затвор. Причем оно весьма значительное, это снижение, при 215 кельвинах, это порядка минус 60 по Цельсию. Это величина продольного напряжения, необходимая для поворота 90 градусов тем же самым кристаллом ДКПП, который 90 градусов при комнатной температуре вращает при напряжении 7 кВт. Значит, вот это продольное напряжение оно снижается до 1 кВт. Тут мы можем спросить, казалось бы, 7 раз, там 8-7 раз, да, Вербле увеличивается, а здесь всего 7. Тут принципиальный положительный эффект заключается в том, что просто спектр материальной базы, на которой можно собирать источники
в 1 киловатт значительно шире. А это значит, что в нашем случае можно собирать источники излучения, которые позволяют осуществлять включение и выключение вот этого напряжения в 1 киловатт значительно быстрее, чем в 7 киловатт, в 1 киловатт значительно быстрее, чем в 7 киловатт. Таким образом увеличивает значительно, увеличивает быстродействие, доступное в наших вещей Окинс, которые доступны. Да, здесь можно сказать о том, что, ну, как мы с вами видели, в криогенном заряде Фараде нам необходимо охлаждаться жидким азотом вплоть до температуры кипения, то есть до 80 Кельвин, до минус там, 200 градусов по Цельсию необходимо идти, и чем дальше мы идем, тем лучше у нас эффект, тем больше у нас светоулучшение, ну и это имеет смысл делать. А для ячейки Кьюар-Хокинса смысла такого нет, потому что самый лучший эффект у нас наблюдается при 215 Кельвинах, то есть при минус 60 по Цельсию всего. А это означает, что заморачиваться с криогенным охлаждением в смысле жидкого азота, с этим вакуумированием системы со всем на свете, смысла большого нет, потому что здесь можно избавиться, здесь можно обойтись, что называется, малой кровью. Значит, используем элемент в пельтье. Но здесь, наверное, я даже вынужден оговориться, тут мы будем иметь в виду не охлаждение элемента в пельтье, а именно термостабилизацию этого электрооптического кристалла, к которому элементы в пельтье присоединены. А тут, значит, на чем идет игра? А тут игра идет на том, что если мы берем вот такой полупроводник, значит, организуем два полупроводниковых перехода между виспутом и двумя медными обкладками, вот таким вот образом. Значит, здесь у нас будет находиться наш кристалл, а здесь мы будем какой-то фундагент приводить в контакт. Вот таким вот образом. Вот это P, N, P, N, P. Вот таким вот образом, значит, у нас подадим напряжение на эти переходы, то, значит, у нас на вот этом вот элементе питье возникнет устойчивая разница температуры между его обкладками. Таким образом, если одной из обкладок мы будем все время каким-то, значит, охлаждать каким-то холодогеном, это может быть не обязательно жидкий азот, это может быть там из сухой лед. Вот, или там, ну, вот это все. Куда, например, какой-нибудь, то здесь мы будем таким образом осуществлять термостабилизацию того, что присоединено к другой обкладке этого элемента питья. Ну, здесь тоже немножечко реверанс в сторону истории. Это в середине, в первой половине 19 века Жан-Шар Пелетье эффект, и вот он наконец напрягается. Элементы питья, они значительно более компактны, нежели вся вот эта криогенная машинерия. Весьма маленькие, компактные источники напряжения для них кристаллы, выбор их очень широкий, и, в общем, здесь одно удовольствие с ними работать. Есть только один момент, связанный с тем, что если элемент пути перегорает вдруг, он из теплоотводящего элемента стремительно превращается в очень хороший теплоизолятор. Вот. И тут очень важный момент не пропустить, потому что можно просто сжечь то, что у вас до этого элемент пути охлаждал. Вот. Ну и в заключение несколько слов скажу вот о том криогенном заряде Фараде, о том, каким образом просто вся его архитектура построена. Значит, криогенный заряд Фараде, я много говорил о том, что это сложная инженерия, о том, что это все вот это для того, чтобы всем этим заниматься, нужна серьезная мотивация. Мотивацию мы с вами вроде как поняли, и с мотивацией мы разобрались, теперь осталось понять, а в чем же сложность этого инженера. Ну, сложность заключается в том, что, конечно, в случае, если мы охлаждаем жидким азотом магнитно-оптическую среду, нам сразу необходимо вакуумировать тот объем, который эта среда находится, потому что иначе у нас там сразу выпадает линия до полной непрозрачности. Вот. А кроме того, для того, чтобы хорошо и стабильно с высокой повторяемостью выводить вот этот заряд Фараде на рабочий свой режим при азотных температурах, нужно иметь возможность контролировать процесс его захолаживания от комнатной температуры до температуру жидкого азота. И здесь вот была собрана такая автоматизированная криогенная система, которая позволяет автоматическим образом приводить заряд Фараде в рабочее состояние без человека, балансирующего на стремянке с сосудом Гевара 20 кг в руках, который, значит, по капельке этот азот сюда подливает. Автоматизированная криогенная система, она состоит, из двух вариантах представлена, один из которых он сейчас выглядит таким уж устаревшим, поскольку он включает в себя баллон сжатый с сжатым азотом, достаточно большой, громоздкое, вообще говоря, требующее допуска по технике безопасности, то есть дополнительных допусков по технике безопасности при самом этом работе. В настоящее время все очень
очень просто. Это сосуд ЮАР, в него помещен просто электрический нагреватель, который управляется с персонального компьютера. Значит, за счет электрического нагревателя кипятится часть азота жидкого. Здесь создается избыточное давление над азотом, и избыточное давление по переливным трубкам в криостат передавливается жидкий азот в танк, к которому присоединены магнитная система и магнитоаптический элемент, то есть она вращает инфракрасный. Таким образом, регулируя эту подачу порции жидкого азота, мы можем реализовывать там большое количество всяких режимов охлаждения, от самого быстрого в течение нескольких часов до очень-очень плавного, который занимает несколько суток. И для этого нам, повторюсь, не нужен человек, который будет, протирая красным песочницей глаза, сидеть все время рядом с установкой и все это фиксировать, и этим пользоваться. Также тут не обязательно система вакуумирования, как я уже сказал, это просто форвакуумный насос, который создает там не очень большой вакуум, порядка 10-30 миллибара. Достаточно для того, чтобы просто не попадала краса. То есть это достаточно самого простого форвакуумного насоса, спектр которого мы сделаем очень широко. Все, на этом, я подытожу всю свою лекцию. Все основные проблемы, связанные с этой смежной областью лазерной физики, я как смог постарался изложить. Средства и подходы, которые в настоящий момент существуют для борьбы с проблемами, которые возникают, постарался рассказать всю основную информацию. Да, на этом мы, наверное, закончим. Если у вас возникли какие-то вопросы, большое спасибо за внимание, всем спасибо, кто, несмотря на хорошую погоду, пришел на лекцию. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, которые у вас возможно возникли. Спасибо. Дима, скажите, пожалуйста, там вот эксперименты теории в каком соотношении находятся? Потому что то, что вы рассказывали, это такой очень чистый экспериментальный результат, вот это растет. Постоянные там. На самом деле, это возможно такое превратно сложилось впечатление из моего рассказа, потому что я больше экспериментатор. 8-7 раз, например. 8-7 раз это экспериментальный результат. Полученный не надо. Правда, как я уже сказал, с гелием мы не работаем, с жидким. Тем не менее, существуют теоретически. На самом деле. Говоря о криогенике, надо сказать, что теория здесь шла впереди эксперимента всегда. И это было очень модным направлением в физике еще советской, то есть в районе 80-х годов, 90-е годы. Особенно 80-е годы очень много присутствует статей, в которых люди именно, которые занимаются твердотельной наукой, они очень много рассчитывают эти эффекты, связанные с парамагнетизмом и с парамагнетизмом именно при зависимости от температуры. То есть вот эти эффекты увеличения постоянной верны, они были предсказаны теоретически, но, как я сказал, на самом деле экспериментально они тоже уже были получены чуть ли не в 60-х годах. Просто их применять для изоляторов Фарадея рабочих при большой мощности, лазерного излучения, это никто не делал, потому что не было достаточно инженерной базы, не было достаточно мотивации, не было достаточно задоров, чтобы это во все окунуться. Это что говорить о криогенике. То есть теоретически это все было предсказано, а сейчас это теоретически все, это все экспериментально подтверждается, грубо говоря. И с эффектом Кера то же самое? С эффектом Кера то же самое, потому что у вас там показано быстро. С эффектом Кера тоже. Там с эффектом Кера вот эта зависимость продольного напряжения от температуры для кристаллов, особенно деитерированного дегидрофосфата калия, она была теоретически предсказано, не 80-х, мне кажется, конец 90-х и начало 2000-х годов там у нас. Сначала была теория, потом эксперимент, да? Сначала теория, потом эксперимент, а потом идея о том, как это применить для народного хозяйства, что называется. А говоря о компенсации термоядерных эффектов, там можно сказать, что это просто они совместно шли. То есть там сошла теория, и после этого сразу это все экспериментально реализовывали вот эти изоляторы. На самом деле, наверное, правильно было сразу ответить о том, что здесь порядок такой тоже, естественный, что ли, для науки, то есть теории, все здесь предсказано теоретически. Хочется, чтобы он был естественным. А? Хочется, чтобы такой порядок был естественным. Я согласен с вами, потому что сейчас, конечно, то, что там
передовой край науки, связанные с, вот, с взаимодействием мощного лазерного излучения с веществом, например, там зачастую они сталкиваются с тем, что как раз там, где возникают такие уже тонкие квантовые эффекты, что теории просто не хватает. Экспериментаторам приходится годы ждать, чтобы их точки экспериментальные, которые они получили, нашлись теоретики, которые смогли бы написать хорошие модели. Мне кажется, это вообще очень большая трагедия для экспериментатора. Получить что-то такое на передний край науки, получить какие-то результаты, и долгие годы сидеть и не знать, на самом деле, ты плохо руки помыл, когда ты эксперимент начинал, или там действительно ты наткнулся на какое-нибудь что-то новое, и там, ну, если уж не Нобелевка, то уж всенародное признание, это точно так. Ну вот, мы в этом смысле не счастливые, мы вот, с открытыми глазами и понятым забрал, наверное, все идет. Но, однако, там проблем тоже немало, конечно, для того, чтобы все это реализовать. Но, а мы понимаем теорию эксперимента? Да, конечно. То есть, тут... Но теория эксперимента прикладной науки. То есть, я понимаю, я в том смысле, что вот то, что о чем вы говорите, это все в рамках фан реализуется. А, нет, виноват. Значит, те подходы, о которых я рассказывал, они реализуются в рамках фан. Но теория, которая в 80-е годы была написана, да, это, конечно, это, это во всем Советском Союзе писать. Но это советские статьи. Вот для эффекта Кира-Хокинса это статья немцев, по-моему. Ну, кто-то, в общем, из Западной Европы статью опубликовал. А вот все, что связано с таким вот с зависимостью от температуры, промагнитных эффектов. Это как раз очень много попадает статей, такие жертвы. Это прямо наши соотечественники. Так что стоим на плечах у титанов. Чем гордимся? Диапазон длин волн, о котором говорили, видимый, да? Ближний ИК. Ну, то есть вот то, с чем мы работаем, это ближний ИК. Это порядка 1 микрометра на волны, 1.07, ну, то есть 1.06, 1.07. Это подавляющее большинство твердотельных лазеров просто работает перед ближней волной. На самом деле это все распространяется на любой диапазон, там, где оптическая среда прозрачна. Вот телевигальный гранат, он прозрачен хорошо. От там, 400 нанометров где-то, то есть от такого от синего прямо уже чуть не от ультрафиолета, до там, 1200 нанометров, то есть уже за 1-2 микрона, то есть уже такой в среднем ИК. Он в очень широком диапазоне прозрачен. Эффект Фарадея, он там тоже сохраняется, там очень достаточно там сильная зависимость от постоянной энергии волны. Однако, ну, при каждой конкретной длине волны можно вот эту всю лекцию читать спокойно завтра. Я поэтому на это, ну, как, не акцентирую. Мы работаем на микроне, просто у нас источники, вот все равно как микрон, и ну, твердотельные лазеры, они вот, вроде в этом диапазоне длины волны сосредоточены. А там где-то 1.03, да? Ну что, большое спасибо. Еще раз очень было приятно. Я говорю, вы тоже выступали. Последний слайд, скажите. А, последний какой? Где команда? А, где люди мелькнули. Но это у меня немножко это осталось. А. Я тут выступал.